175-80 пинг. Это как? Это причем, типа, не, ну, не нативный пинг. То есть, если у тебя по дефолту там такой пинг, то он в разы лучше ощущается, чем когда у тебя через VPN какой-то вот такой вот пинг. И это вообще жесть. Как играть с таким пингом нафиг? Ничего себе там. Бдыж. Дал в голову ему тоже. Размен получается, да? Ясно, понял, умираю. Не дают подраться нормально мне. Может, и на шведский. Теперь их разберешь. Стреляю в тело, попадаю в голову. Найс. Отлично. Люблю, когда так. Ой. Ну вот все, нормализовался пинг. Что это было такое? Непонятно. Гундос атака, может, какая-то. Здорово. Почему сегодня не ранги? Привет, я не знаю. Ну, что-то как-то. Я не знаю, там болт все положили на это, на все. Спасибо за поддержку. О, восьмерочка, найс. Компенсик есть. Третья броня сюда.
Это выкинем, это возьмем. У меня партнерка. Партнерские привилегии. Раньше, блин, играешь день, в бан отлетаешь на сутки. Блин, нифига сетапчик собрал нормальный, да? Кайфовый. Типа в соло не так отлетаешь, все равно в любом случае. А вот когда в сквадах, это прям чувствуется, когда ты сквад вайпаешь, еще как-нибудь, типа, ну, нестандартно, да, то есть там по две башки вешаешь какие-нибудь, на тебя репорт накидывают, и все, отлетаешь сразу же. Не понимаю. Как будто бы в этом доме дрались. Курятники челика, я его не заметил даже. Вообще подумал, один остался здесь. Интересно, меня сейчас что-то выцеливает или нет? Давайте остановимся, посмотрим. Центр зоны. Никого. Снова центр зоны. Ну что ж. Ждем. Чилим, ждем.
Ну и что вот? Какие привилегии? Ну, за репорты не банят. На разбирательство. 15 тысяч коинов дают каждую обнову большую. Там чел ехал. Угу. Вот это водитель, конечно. Чем пересаживался? Неудача, да? А ну он хорошо мотает. Профессионально прям. Профессионал просто. Да, блин, просто ветка помешала нафиг. Это в голову бы залетело. Это просто ветка на уровне головы прям. Жесть. Если партнер будет с читами, то его забанят. Не, ну я вообще за дропами хочу. Пойди. Какой-нибудь АВМ бы там полутать. Было бы славненько. О, нифига там чел хаешку расчехлил прям в упоре. C4 налепил. Ха, только.
Оруспу чужую хилили пич. Ага. Хватит. Два ФАМАСа. Как знал просто. Зачем ехал? БРДМ. С4 больше нету, да? Ой, так он стоит. Блин, ну вот этот мне сейчас подпортил, конечно, малина все. Епать. А почему у меня сковороды нет? Кто-то и знает ответ. Каждый ищет 100 рублей. Ай! Спасибо огромное. Сладкий бубалех. От души. За соточку. Не смог. Отжал БРДМ еще, кстати. Это вам не хухры-мухры, блин. Еще и грозу отжал. Но мне перспективнее, наверное, бегать с большими аптечками, потому что у меня третья каска. Перспективно. Угу. Собой чпоньк. Через одну. Две. Респектабельный. Бой чпоньк-то нет. Чпонька не удалось. А, я попал в него, в тело. Респектабельный. Нормально. Это вы словечки, конечно, выбираете. Респектабельный. Опа, жена вернулась. Здравствуй, жена. Как ваши дела? Ну чё? Вернули? Ну давай, у тебя же там зоны нет, чел. Подожди, а чё он делает? Он куда-то ушёл?
почему я не видел? Это он так прошелся, серьезно? Шот. Шот, спасибо большое, спасибо. О. Это будет второй. Это, кстати, тот чел, помните его? Который Мансур. Да ну не, ты че, серьезно? Там АВМ. Красиво. Ладно, сейчас будет третий. Спасибо. Остался авик, по идее. Ёпа мать. Найс. Тепловизор имба. Две тысячи урона. Нормально. Вот просидели в центре просто сколько времени. Было неинтересно. А потом норм, как на дропы поехали.